показывает твои намерения. Газ, газу, пошли, 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 пошли с газом. Нажми на газ, еще сильнее, 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 сильнее. О, выключай поворотник. Смотри, есть перекресток. Левый поворотник. Зеркало обязательно, Оля. Здесь уже притормаживаешь, видишь, куски снега. Разгонишься, а на снегу машина скажет отдыхай. И мы присядем на привал. Места нет, стоим на стоп-линии. Все, стой, не дергайся. Мы никуда не торопимся. Мы никуда не опаздываем. И на экзамене торопиться тоже не нужно. Вот сейчас у нас место появляется за стоп-линией, если. Поехали. Появляется. То есть тут уже в любом раскладе нужно завершать маневр. Хотя по сути, поехали еще. Мы еще не доехали до перекрестка. Вот сейчас мы уже конкретно доехали. Можно лучше тогда не спешить. То есть вот попробовали, в принципе, нам повезло. По сути, нам повезло, что он успел раскатить и очередь пододвинулась. А так надо ждать. Подтягивайся, подтягивайся, подтягивайся. Не спешим, посмотри вперед. Да в бок ты уже не смотри. А я как выровняться, чтобы я вошла. Ты смотри, да, на угол посмотрела и все. Ты не выравниваешься. Ты смотришь, ну, слушай, хватит тебе места или нет. Да, выравниваться мы тут не должны. Хоть боком заходи, главное, никому не помешай. Все, смотри, одна машина проходит, крути руль, крути, этот поворачивает, скинул скорость, все, эти ребята стоят, не дергаются. Все, пешеходов здесь нет, лево-право посмотрели, хотя здесь пешеходного нет, ну все равно, конечно, вот я побегу оглашенный с работы домой,